воскресенье в Молдове будет пасмурно. В Бричанах и Сороках прогнозируют 0 градусов, в Бельцах на градус выше. В Аргееве термометры покажут плюс 2, в Тирасполе 3. В Львове дневной максимум составит 4 градуса, в Камрате и Кагуле 5. В столице ночью ожидается 0 градусов, днем воздух прогреется до плюс 3. В ближайшее время немного потеплеет. Дневной максимум составит 6 градусов, а ночью прогнозируют от минус 4 до 2 градусов. И о погоде в Европе. В Мадриде переменная облачность и 11 градусов, в Лондоне на градус ниже. В Париже ясно и 8 выше нуля, в Берлине 7. В Риме воздух прогреется до 14 градусов, в Вене переменная облачность и 6 выше нуля. В Праге и Варшаве облачно и 3 градуса, в Будапеште 4. В Белграде термометры покажут 7 выше нуля. В Афинах переменная облачность и 14 градусов, в Анкаре 7. Столько же ожидается и в Бухаресте. В Киеве дневной максимум составит 1 градус, в Москве минус 2.